Приветствую всех подписчиков компании «Уральская усадьба» и всех-всех-всех. Сегодня 14 мая 2017 года. Смонтирована теплица арочная «Крепыш». 3 метра 20 сантиметров ширина, 10 метров длина. С тремя коньковыми фрагмугами. Фундамент ленточный, бетонный. Лента. С обоих торцов разрезаны двери форточки заглушечками, крючочками. Отливы. Перегородка, две секции, получается 4 метра и 6 метров. Перегородка разделена дверью купе. Поликарбонат 4 мм, 20-летний, карбоглаз. Все швы обвалены по кругу. Подписывайтесь на наш канал, узнайте много интересного.